В США полиция обнаружила пропавшего 13 лет назад мальчика. Как оказалось, ребенок был похищен собственным отцом. Хулиан Эрнандес исчез из штата Алабама в 2002 году, когда ему было всего 5 лет. Там, по решению суда, он проживал со своей матерью. Как сообщают местные СМИ, молодого человека удалось найти по номеру соцстрахования. Он собирался поступать в колледж, однако данные, которые дал ему отец, оказались недействительными. Тогда молодой человек обратился к школьному психологу-консультанту. Как выяснилось, Хулиан значился в федеральном списке пропавших или подвергшихся насилию детей. Силовики обнаружили, что все это время мальчик и его отец жили под вымышленными именами в штате Огайо. Отец мальчика, Бобби Эрнандес, задержан. Ему предъявлено обвинение в подделке документов. В штате Алабама ему грозит уголовное преследование за похищение ребенка.